вот это полезная инициатива украшать дворы города? Полезная, конечно. А что это дает? Ну, эстетическое наслаждение, если цветы там сажать и все такое. Мне, например, нравится, когда там цветы растут. Я и такое понимаю украшение. Какое еще вы имеете в виду? Детские площадки? Ну, тоже приятно. Мне декоративная часть нравится, украшение. Прекрасно, чисто, все красиво в нашем городе стало. Изумительно. А в вашем дворе жители пытаются что-то сделать для украшения? Пытаются, в нашем дворе пытаются. Везде, мне кажется, сейчас в каждом дворе что-то делают. Вот. А вы лично участвуете в этом? Участвуем. А что делаете? Цветочки сажаем, поливаем. Вот. Что-то какие-то подделочки делаем. Все. Вместе с внучатами. Ну вот вам нравится вообще этим заниматься? Нравится, нравится, очень хорошо нравится. А вот как-то все материалы, все цветы вы сами находите или как-то помощь есть какая-то? Кто-то, кто что даст. Вот. Я сама работаю тоже в детском саду, вот мы оттуда берем цветочки, семена собираем. Ну, хорошо, вот сейчас здесь вот проходишь, когда на удовольствие идти, цветники кругом, повсюду, все, я считаю, что прям хорошо, если бы все так делали. А вот в вашем дворе участвует житель? В нашем дворе нет, у нас очень плохой двор, маленький. Потом, значит, там люди не уговоришь никого, а одному не под силу будет это все вытряхнуть. Площадка детская у нас в позорном состоянии. У нас, в общем, двор прям остается только, как говорится, сочувствовать самим себе. Ну, здесь, конечно, желательно лучше, побольше цветов, побольше вот зелени на эту сторону посадить. Двор очень солнечный. Надо бы больше тени, ну, для ребятишек больше развлечений. Ну, а так, дворы, этот двор особенно красивый, вот эта сторона двора очень красивая. Сюда привожу правнука, показывать ему всякие там вот сказочные герои всех. Все хорошо. Все бы так устраивали, у всех бы была такая возможность, был бы красивый город. Да и так он красивый, это грех говорить, что он некрасивый. В нашем дворе, около детской площадки, совсем нет песка. И в том году, и в этом году мальчики ломали руку, падали. Поэтому нам нужен песок. Засыпать песком детскую площадку, где детский городок. Корни от деревьев торчат вот огромные. Ребятишки падают и ломают себе руки. И песочницы у нас плохие, старые, со времен еще моего детства. Песок, ребенок не может проковырнуть его совочком. Песочек очень жесткий, и детям неинтересно играть в этом песке. Замечательно от наших благоустройств дворов. А то меня не надо, дочь. Только у нас их что-то плохо благоустраивают. Да? Да. На Комсомольской что-то, все качи, которые старые, так и остались старые, скрипучие. Семьи не прихватывают. И качаться на них невозможно, нервов не хватит. Ну, а вы пробовали куда-то обращаться или что-то делать? Нет, конечно. Ну, с какой стати я буду обращаться? В городе денег, может быть, нет. Какие-то дворы-то ведь новые-то все равно благоустраивают. На все-то сразу, наверное, не хватит. Хотелось бы, конечно. Я живу вот в доме, где Ирина, там практически двора нет, там завалили нас этими машинами в Победу, которые приезжают, и вокруг дома там невозможно пока заниматься. Нам, конечно, хочется там благоустроить, заборчик поставить, мы бы сделали это, но там эти, наверное, вот машины эти не позволяют нам этим заниматься. Ну, а так... Хочется, конечно, принимала бы участие в своем дворе, но пока еще до нас очередь не дошла. У нас, ну, клумбы сажают, вот женщины такие вот постарше. Хорошо украшают цветочками, конечно, приятно на это на все смотреть. Очень хорошо. Ну, а ваш, например, дом как-то вы не хотели как скооперироваться, поучаствовать в этом тоже? Мне пока некогда, у меня двое маленьких детей, поэтому пока я не могу. Когда постарше станут ребятишки, конечно... Скорее всего, тоже займусь этим делом. Мне очень нравится, как благоустроили больничный городок. Мы туда ходим гулять. Очень хорошо. Ну, надо сказать, что если бы, может быть, общий какой-то был бы вот порядок, украшение дворов, было бы лучше. А так, конечно, кто во что гораст, иногда получается, вкуса нет, так такой на городе тоже не слава богу. Сейчас бабуля расскажет все. Ну, а вот ваш двор как-то вы не пробовали собраться, скопироваться, украсить? Мне сейчас некогда этим заниматься. У меня маленькие дети. Это же третий внук растет.
вот немножечко освобожусь от них, скорее всего, и буду этим заниматься. Чем больше народ этим занимается, тем лучше. Где-то жители сами, где-то кто-то поможет. Чем больше рук становится, ловчей получается. Я говорю, дайте, сделайте так. Ну, дайте материал, но чтобы человек работал и ну, часть квартплаты с него сняли. Будет инициатива у всех. А в вашем дворе что-то делается для благоустройства? Жители сами украшают? В частности, нет инициативы. Вот соседним, я знаю, есть там кое-что делать красиво. Вот и мне нравится по спортивной. Там такие чучелы. И вот нашим соседям тоже нравится. Молодцы, молодцы. Спасибо им большое. Помощь какая-то должна быть, например, где жители там заборчики возьмут, это все. Остальное жители должны вот и цветы высаживать, и ухаживать, и все. Мне кажется, жители должны. В принципе, я говорю, должен кто-то быть. Вот, например, как на мой возраст, вот у нас в основном наш дом два подъезда. Возраст у нас в основном вот так, старше намного, которые плохо ходят, которые... В принципе, вот здесь надо как-то по-другому. Не рассчитывать там на кого-то, и на себя уже рассчитывать не приходится. Как-то какая-то помощь нужна. А кто должен эту помощь оказывать, как вы считаете? Ну, я считаю, что депутаты у нас, для чего есть депутаты? Депутаты, они должны все-таки... Обратились, если люди, в принципе, посмотреть, кто обращается. Молодые, старые, а у нас в основном старые там. И вот здесь я хочу сказать, копать мы не сможем. Ну, где-то там привезли бы, допустим, рассаду бы нам. Ну, вот мы бы что-то покопались. А так вот, чтобы все везде бегать, доставать, все это выбивать, все это очень тяжело. В таком возрасте. Мы уж отработанный материал. Уже тяжело. И только остается глядеть, где вот люди что-то делают. Хорошо, конечно, красиво. Мне кажется, это благоустройство дворов должны сами жители делать. Почему? Ну, для себя делает это все хорошо, чтобы было красиво.